Долгие 4 года, 1418 дней и ночей, наши деды и прадеды боролись за освобождение Родины от фашизма. Они делали это ради будущих поколений, ради всех нас. 22 июня считается поистине одной из самых печальных дат в истории нашей страны. В этот день, в 1941 году, началась Великая Отечественная война. На рассвете, ровно в 4 утра, фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Эта страшная война унесла огромное количество жизней. В городском округе Щелково почтили память тех, кто сражался за Родину, но так и не вернулся с поля боя. Так, в микрорайоне Жигалово ветеран Великой Отечественной Григорий Иванович Петренко, депутаты и общественники, а также местные жители возложили цветы к памятнику в честь павших в годы войны. Примечательно, что мемориал к памятной дате был подготовлен. В мае месяце здесь было высажено 11 молодых елей, а также на заборе около памятника появилось патриотическое граффити. На нем профессиональные и начинающие художники Медвежьеозерской школы искусств изобразили панораму города Щелково. Пусть помнят, пусть все молодежь, как мне это, нам досталось все. Трудно было, трудно очень. И на работе, и в колхозе, и на фронте. Везде было. И тогда, особенно женщины, как помогали нам. Ух, на заводах как работали, как у тебя на станках это не отказать. Ну просто сейчас вот читаешь и думаешь, неужели все такое было? Не забывайте это, товарищи. 80 лет назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Началась очень длинная и тяжелая страница истории нашей страны. И наша сегодня задача сохранить это в памяти навсегда. Для сегодняшних и грядущих поколений. Традиционная минута молчания и торжественное возложение цветов прошли и у мемориала «Аллея памяти». В мероприятии принял участие заместитель главы округа Дмитрий Толмачев, священник Троицкого собора Евгений Трушин, молодогвардейцы, участники боевого братства и многие другие. 22 июня – особая дата для каждого жителя России. Все граждане огромной многонациональной страны могут отдать дань уважения и почтить светлую память тех, кто отдал жизни за мирное и светлое небо над головой, за наше общее будущее. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.